Я считаю, что это глупость. Я считаю, что даже за год в армии человек не овладеет профессией и не сможет защитить нашу родину, управляя себе ПВО. Это бред полный. Я считаю, что все-таки 2 года это было достаточно аргументированно и правильно. А на 3 месяца это ерунда. Что бы я бы принял, какой бы закон, это не отправлять в армию пианистов, скрипачей, людей, актеров, певцов, потому что это у них забирает профессию. Какой же может быть пианист после того, как он с лопатой будет копать землю или красить краской осеннюю траву? Я вот сделал бы, вот, наверное, послабление просто. Люди творческой профессии не должны идти в армию. Пианисты, скрипачи, виолончелисты, кто угодно, потому что она калечит психику и лишает людей профессии. И мы лишаемся очень квалифицированных специалистов, высоких художников мы лишаемся из-за этой армии. Вот, у кого есть силы, у кого правильно, тот и должен служить.